Дорогие воронежане и воронежанки, мне нравится это обращение больше, чем воронежцы. Кончается сложный год. Год високосный, год, который принес нам и потери, и радости. Хочется пожелать вам в следующем году, наверное, счастья и здоровья вам желают все. Это такая общая фраза. И мне хочется сказать вам, что вряд ли следующий год будет намного лучше, чем ушедший. Мне хочется пожелать вам оптимизма, мне хочется пожелать вам радости жизни. Она дает радость в любом случае. Если это сложности финансовые, если это сложности бытовые, пусть вам придет возможность находить радость в каждом дне, в каждом часе, в ваших близких, в ваших детях, в вашем настроении. Будьте оптимистичны, берегите себя, берегите своих близких, берегите нашу страну, великую нашу Родину.